Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом салата под названием «Любовница». Вот такой вот чудесный, вкусный салат. Этим рецептом со мной поделилась моя сотрудница бывшая очень давно, и мы его так иногда готовим. Салат получается слоеный. Нам понадобятся такие продукты. Одна морковь, изюм, вареная свекла, горсть орехов грецких, чернослив, кусочек сыра и чеснок. Заправляется салат майонезом. Количество продуктов берется произвольно. Ну, примерно вот так. Морковь небольшая и граммов 50 изюма. 50 граммов сыра, 2 кусочка, 2 зубчика чеснока, 100 граммов чернослива, горсть грецких орехов, ну и вареная свекла. Морковь идет сырая. Первым слоем у нас морковь с изюмом. Натираем морковь на крупной терке. Натертую морковь перекладываем в тарелочку и вместе с изюмом перемешиваем. Заправляем майонезом и выкладываем на тарелочку первый слой. Выравниваем слой моркови. Если у вас есть кольцо для салатов, это еще удобнее и быстрее. Вот так вот можно и справиться таким образом. Первый слой готов. Второй слой у нас идет сыр с чесноком. Натираем на терочке. Чеснок выдавливаем через пресс и добавляем к сыру. Добавляем майонез и все это перемешиваем. Чеснок добавляем по вкусу. Пробуем, если вам маловато, вы любите поострее, можно добавить еще чесночка. Будет только вкусно. Можно еще добавить немножко майонеза. Перемешиваем. Выкладываем второй слой и выравниваем. Свеклу натираем на терке. Можно на крупной, можно на более мелкой. Как вам нравится. Чернослив нарезаем на такие вот небольшие кусочки, маленькие. Орехи также измельчаем. Не совсем мелко, но и не крупно. Порежем. Сначала нужно их подавить, потом нарезать. Вот таким образом. Добавляем чернослив и орехи к свекле. Добавляем сюда майонез и все перемешиваем. Выкладываем свеклу третьим слоем и выравниваем. Сверху для украшения можно положить орешки. Можно положить чернослив и изюмчик. Я просто рекомендую приготовить такой салатик. Я уверена, что он вам понравится. Салат вкусный, поверьте. А на сегодня у нас все. Вот таким вот рецептом мне хотелось поделиться с вами. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что посмотрели это видео. Готовьте вместе с нами. А пока, до новых встреч, до новых рецептов. Пока-пока!